Привет всем. Попробую по-русски говорить, потому что это видео главное для Андрея Мельниченко. Тестирую 1А5 по Андрею. Значит, что я сделал? Здесь на выходе горят две лампочки. На 230 вольт они. Это холодильниковая, там где-то 15 ватт или может быть 25, но, наверное, 15. И здесь есть 40 ваттная, 230 вольт. Обе включены параллельно, да. Через диоды идут зеркально-накопительный кондёр. Горят неплохо. И здесь на лампочке я присоединил щуп, и на осциллоскопе видно очень красивый синус на выходе. Работает на 16,42 кГц выход. Скважность 50%. Напряжение пик ту пик 340 с чем-то вольт. Да, то ток потребления и все здесь 30 с чем-то вольт. Потребление 1,58 ампера. Я сделал так, что здесь есть задаю здесь частоту этой штукой. Взял я горшок, который я давно уже пробовал, эти бессмысли от Руслана Кубалахова. Значит, потому что средний вывод я так сделал пока. Здесь отвод, не знаю уже сколько витков. Завел здесь параллельный резонанс на первичку здесь. И здесь по Андрею Мельниченку ферриты я накидал. И сюда тоже параллельный резонанс. Работает очень стабильно. И здесь видно, что 16 кГц и 4 сюда-туда немножко толкает, но можно сказать, очень, очень хороший. Да, очень хорошие все. Если так посмотреть. Да. Значит, это в таком режиме работает пока. И интересно здесь с этим резонансом. Здесь эти кондеры совсем не точно настроение, но входит в резонанс, значит все как бы нормальное. Потребление такое. Здесь на выходе сколько ватт? Можно сказать, что здесь 45 ватт потребление, а здесь тоже 45 ватт. Думаю, больше не будет. Значит, пока работает как инвертор. Но я здесь этот, как говорят, горшок греется, да, греется сильно, значит, здесь потери.
Это я хочу убрать, потому что здесь это как бы в принципе без смысла. Но интересно, когда я начну подвигать эту середину на мотку, будете мочь смотреть, что случится, подвигаю. И оно вбегло какой-то, так я сделал, оно вбегло в какой-то резонанс. Потребление упало, здесь лампочки ели-ели. Светится, понижаю вниз. Вниз начинается больше, да. Здесь ампера уже тоже, значит связь есть. Я положил сюда. Потребление есть такое, как и было. Напряжение меньше. Слышно, как свистит резонанс. Но не это тоже, это интенсита лампочек не светит, как должно там какой-то другой, чтобы бегло в другой какой-то режим, значит здесь хватит это отключить и потолкнуть, да? Значит так сделать. Теперь это есть и потребление большое. И это мне нужно как бы поймать какой-то интересный режим. Но его поймать можно, видно, что оно так за... А, там видно. Да, теперь, да, поймал. А, его этот на этом, здесь на этих конверах. Теперь поймал. Напряжение 266 вольт. Ярко светит, немножко... А это самое. Но это такой первый тест Андрея Мельниченка, его трансформатора. Говорю, я буду продолжать. Значит, попробую сделать это, удалить, сделать лучше, как он и рассказывает. Это, думаю, неплохо сделано. Хочу, если Андрей будет смотреть, что бы мне сказал, да, сделал так, на ферритах. Ферриты из микроволновки я сложил, так намотал, от глаза все. Здесь я дал, подвинул эту штуку. Видно, что я когда сюда дам, да, оно бегает в резонанс, потребление большое, но свет маленький. Значит, там нужно правильно этот резонанс зайти. Теперь я выкидну отсюда эти подставные штуки и дам так напрямо туда. Втыкну, в принципе, здесь идет потом такая барахло. Я не знаю, если Андрей мне посоветует, но напряжение здесь большое, 380 вольт. И тоже частота повысилась, 24,5 кГц. Значит, накопление здесь может быть побольше. Свет неяркий. Теперь попробую с этим штукой. Видно, что тоже там бегает этот режим какой-то. И здесь напряжение уже 314 вольт. Я так подберу его. Так. Не могу, нужно как-то
šupnu tak. Теперь хорошо. 314 вольт теперь. И ток упал на 1,4, 1,50 чем-то. Значит, это настроение здесь важное с этой штукой. Ну и частота здесь 16 килогерц. Держится как бы по-героевски держит, но напряжение намного больше, что интересно для накопительных кондеров. И потом отбирать только 50 герц импульса, герц импульсами. И здесь под это сомнение думаю, что намного возрастет намного этот эффект, целиком эффект должен возрасти. Но думаю, что это неплохий аппет. И когда можно сказать, что это как инвертор пока бежит, но есть нужно узнать, что на лампочках есть 16 кГц. Да? Это важно. Если это сконвертировать на 50 Гц, значит будет намного больше здесь, по-моему, хочу слышать Андрея, что скажет. Но еще уберу этот горшок, который сколько он имеет, 40 градусов уже имеет, теплонки есть. Значит, здесь потеря мощная. Здесь все совсем холодное. Да, если посмотреть этим штукой магнитное поле, да, видно, что здесь мощное магнитное поле. Да, здесь не так, класс по классике. Здесь так. Здесь есть хорошее поле. Наверное, уже и спалил диод. Уже не светит один, да, уже его спалил. Видно, да, там мощное поле есть. Ну, нужно будет поменять. Но, значит, так работает все. Очень стабильно, чисто. Эти 16 кГц мне нравится, потому что можно их здесь использовать и сконвертировать на 50 и все умощнится, так я думаю. Кондером накопите, поехали. Это посмотрю, что еще сделаю. Андрей, спасибо тебе, смотрю твои ролики. Все пробую и думаю, что у тебя все правильно, мне нравится твоя работа. Всем до встречи. Пусть все. Эта штука я не делаю уже, какие то там напаломосты возбудительные. Лучше купить за несколько евро на AliExpress. Работает хорошо. Есть что мощное можно купить. Я купил такой, можно сказать, слабенький, уже не знаю. Он до 30 вольт только вход. Но работает отлично, зачем я буду неделю делать, а еще плохо сделаю. Значит так, все. Этот возбудитель генерирует импульсы. На горшок меняю сюда. Толкаю здесь. Здесь параллельный этот, или последовательный, нет, последовательный, да, извиняюсь, здесь последовательный этот резонанс, а здесь параллельный на выходе через диоды. Можу попробовать без диод, что будет, отключу, да, отключу.
kliknúť sudá. Zde si ty 350 V, 24 kHz, lampočky pagasnú. Poprobujú vejti v režim možnosti druhého, jestli pojedeť. Da, značiť i bez diód robotajet. 1,4 ampéra potreblenie, 30 V, 314 V, 14 V na lampočkách i 16 čento kHz, jak je bylo, no? Značit paká je ty diody, jak by nejmějí smysla v tom režimu roboty. Se robota je хорошо, no prirost jak by takový nevidno, потому что здесь и большая частота есть. Все, друзья, спасибо, пока, до свидания.